И всем привет, ребята, с вами я, Лавлутер, и сегодня мы будем играть в Мэнсион. Да, мы прошли хотель, мы прошли кемпинг 1, Кемпинг 1 мы прошли, на плохую концовку. Там есть секретно, там есть еще какие-то концовки. Ну, мы не полностью, короче, все прошли, но хотя бы на какие-то концовки мы прошли уже хотель. Кемпинг 1 и кемпинг 2. Хотя бы на какие-то концовки. Я в каком-то доме 2. Мэнсион! Стоп! Ты видел? На экране был этот! На экране был Даниэль! Ты видел? Нет. Я увидел на экране. Хомяка показывают. Хомяка показывают. Тут телек. Подожди! Посмотри в телек. Здесь я вижу машину. А почему? Даниэль! Даниэль, я же говорю, Даниэль! Кто это? Утка. Как бы где? Ты где? Ты в каком домике? Иди ко мне. Привет. А ты куда уходишь? А, привет, я не могу. Лазер. Я хотел бы вас пригласить на какой-то... Джак Логан? А, привет, Сок Найт, я хотел вас пригласить... Да-да-да-да. Не... А, это Джак Нолан? То есть есть два брата, это Джак Нолан и Джак Нолан. Джак Нолан этот и... Джак и Нолан. И Даниэль. Холлан и Коннелл. Коннелл и Холлан. Я запутался. Тут да, на телевизоре... мы поехали. Тут на телевизоре всякие мемечки показывают. Да, мы поехали! А почему? А я остался дома. Мы поехали, все, мы поехали. Че этот зараб не может поехать, алё? Алё, куда он меня едет? Алё, куда мы едем? Он меня куда-то увозит в арабскую страну Эмиратов, алё. Меня увозит, спаси, меня увозит. Я иду за тобой. Меня увозит. Полиция. Руки вверх. Надеюсь, он умеет водить, хотя мне это вряд ли кажется. А, я врезался в конус, мне дало минус хп. Нахушка. Он очень хорошо водит, давай так. Алло! Меня ударили. Я не знаю. Меня ударили? У меня очень мало хп. Я не сдал на права. Привет! Ты едешь со мной. А куда мы едем вообще? В арабскую страну Эмиратов. Не умирай только, главное, окей? Окей. Хорошо, надеюсь, ты хорошо водишь машину. Вот смотри, у меня очень хороший водитель. Да. Nice. А я из Росселькома. Пам-пам-пам-па-лам-па-па-лам. Началось. А. Серьезно? О. Алло! Что? У меня курсор не работает. Ладно. Придется подождать, пока мы доедем. Так, ребята, мы продолжим. Сейчас у нас просто уроки мы записываем. Да, мы скоро продолжим.